Вообще, тебе не охуеть просто. Че, 12% хп ему срезали еще? Да. Ну и косты были каждые 10 секунд, стали каждые 20 секунд. Радник, кинь кулак мне, пожалуйста, если каску баф 8%. Косты на какой фазе? На первой, второй, скорее всего, но, я наверное, помню, каждый. Там какой-то каст, короче. По-моему, порча, что ли. Бля. А, этот, который хуй прохиливается, который щитовать надо? Все, что, все готовы, да, давай это. Сюда вот все подойдите. В белую метку встанете. Чтобы у вас за дверью не остались. Все, и пойдем туда. Там танк первый, там все остальные вторые. Че, типа не выйдем, да? Да, ну, ну не. Можно да. Каску вместо креста? Да, 10%. Арник. На 10% бафли. Так ты паладин. Рарник. Ой, 8. А зачем мне вообще крест в сове? Бля, ты брал крест. Венец, не шевелимся, подушку захилился. Так, шалфир замерз, там смотрим, кого будет кастовать, на лайдов подсудит. Да, ты можешь бегать, но там кто-нибудь побоишься. Давай, кину, я сбил каст. Сейчас на опять на лайда. Вот зима. Сейчас, короче, это кастует незыбку, и этот... Боб по подушке, подушка стоишь, хилишь, остальные все свои сейвы нажимают. Бегают, не стоят на месте, друг к другу не подбегают. Тучу, ну... А, ты... Я замороженный был. Я понял, да. Бать, он по мне... Бывает, чё. Давай БВР, наверное. Кто там, Синтей, давай БВР. Сдал тучу. Так... Синтек заморожен. Вот Синтек. А, я еще заморожен. А чё каски убили, блядь, на 2 секунды до конца? Измораживайте меня теперь. Давай, Кен. Сейчас будут инферналы. Давай, давай, Геру, и поэтому поехали по черепу. Сразу каст сбейте, как появится, если ледяной будет. Этот не надо сбивать, только ледяные, я же говорил, блядь. Сейчас заморозит кого-то, вайда заморозит. Злобный дровик.
Все, уйдите, уйдите с центра, уйдите, уже разморозил. Опять зима. Сейчас на этой зиме все свои силы нажимаем. Главное выжить. Так, блок там, прожили. Подушка, блин. Блять, опять по мне выстрелил. Ну ебаный в рот. Ох, вообще. Ах. О! О! Синтек ГЦ. Сапоги нужны кому, нет? Ну, кому-то... Все можно ливать, короче, из пати, из рейда, из гильдии, из гильдии, да? Удалить игру, короче, удалить персонажа. У тебя воятеля гер нету на мишке, блядь. Я тоже хотела этот один. А, поцелуй? Линию. А, ну тогда давай это. Да, тогда синтек нахуй отсекай. Давай мы тогда ролик делаем. Это тапки нужны. Так, Alt F4, да? Угу. Ну вот, я ролл кинул 64. Вот, как раз я это. А ролл тоже подушку. 45. Ну, все. Бля, вы че нахуй? Сука. Ну-ка, давайте еще кидайте, блядь. О, хорош, рарнику отдавай. Рарник, молодец, блядь, давай сверху. Блядь. Рарнику купи. Рарник вроде себя хапала собирал, так что давайте... Рарник хил топовый. Да, ну, да. Он вообще не нахапал никак. Да, да, он каждый раз синтака бурей перехиливает. Чё он вы, блядь? Мне показалось, вот этот шкаф, который лежит, это типа кровать, блядь. Пиздец, блядь, у меня из-за вас чуть сердце не остановилось. Такой недавний, вот он весь больной, блядь. Помрет за компьютером. Ну? Кто знает, что дают эти дворфы черного железа или какая-нибудь? Черное Дары. Железо дают. Какие там бафы? Они нет, дают, так, короче, крита. Шанс крита и много критического урона. Все. Ну, еще ты активку жмешь, короче, и там на 6% увеличивается твой урон. Вот, раз 30 секунд, по-моему, на 10 секунд. Сколько они крита дают? 2%? 2% шанса крита и 6% модификатор крита. Блядь. На рейд еще раз дают 2 крита. Да, на рейд еще дают 2 крита. И себе, по-моему, дают 1% скорости. Вроде. Идем на альянс делать. Ну, Зарёна Дрини тоже много бафов дает. Ты уже сделал, что ли? У меня все расы есть. Нихуя. Как так быстро? Ты что-то там за голодой делаешь или? Нет, я кусты делал еще в лоле. Ходил, ага. Ходил, делал расы себе. Может, что значит, человеку нечем заняться? Слушай, когда начали рожденные... Ой, эти озаренные вышли. А вот у тебя же несколько рас, ты, получается, можешь в любой момент поменять расу или тебе что-то надо делать? За рогу, да. Ну, типа, могу, мне надо будет свичнуться за альянс, сменить там расу, сделать квестик один. А, один квест всего, понятно. Mm-hmm.
Есть у кого-то дживс? Значит, сколько она костов? 5, по-моему, дает, да? 4, по-моему. Подушку вот сюда ставай. Нет, вот сюда. Сюда. Спасибо. Подушка, ты где? Короче, давай дальше. Подушку-то, короче, вот сюда вставишь. Сюда маг. Маг, блядь. Квадрат стоит. Квадрат. Сюда хант. Все, остальные были. А, ну сюда я. Остальные все дальше. Все, следующий за мной ДЦ. А все остальные там, кто сами хилиться может, вы там далеко стоите. Через лучи не бегаем, блядь, они откидывают, убивают и это, отошли к стене и аккуратненько побежали. На ком лучи маг глыбы снимаешь, там, кто может в инвиз уйти, там эти, как они называются, там, раз своей способностью уходит в инвиз. Хант мертвым, по-моему, может притвориться, тоже скидывается. И рарник дашь, если на двух хилах будет, короче, лучи даже боб по подушке. Я скину тень. А, ты скинешь, да, тогда не надо. На второй раз, да, если раз. Ну все, можешь идти агрить. Первое дыхание на какой секунде? Да, первое не наносит урона, то есть там надо будет... Блядь. Первое дебаф вешает, остальные надо будет прожиматься. То есть первое просто захиливается. Не бейте, босс. Шалфер, генш, подушечка. Подушечку скидывай, а вы бегайте там. Сейчас второе будет. Уже было. А, вот это уже третье, да? Угу. Или четвертое. Не. Сейчас будет четвертое. Это уже пятое. Пятое? Ну да. Ну, значит, их пять, хуй знает. Ну первое не вешает, дебаф, потом еще четыре. Так, я заберу, короче, зеленого. А, там кто? А, там рарник уже, да? Ну, заберешь ты сам. И в эту шалфир заберешь эту пуню, которая... Ага. Все, пока никто не убьет босс. Да, почти на шкаф залез. Че, он сильно дамажит в ответку? Не, больно, пиздец. Все, давай Геру можно дамажить. Это кнопки жмет, синтек? А? Это синтек то кнопки жмет? Простите, не знаю, я, наверное. Клавиатуру сломает. Да нет, а нет, просто громкие, я сильно не дал. Да у меня механика, она громкая. На кнопку поставь. А я через телефон. Как мне разговаривать с вами? Не разговаривай. Все на свои места обратно встали. Блять, на мне ног. Ну ладно. Где это?
Ну не дамажьте вы его, блядь, он же вас в ответ хуярит, блядь. Чего вы такие не доходят, что ли, блядь? Боль нашел. Сейчас можно дамажить. Мужика там добивать. Она нужна эти. Сам тоже. Диспельте магия. А, или что это? Куда подушка? Куда? А, она спать пошла. Я могу в хила спекнуться. В смысле она спать пошла? Посередине рейда. Че ты, блять, какие-то параши. Что, блять? Че за хуйня вообще такая, блядь? Это же ничего не понял. А как не ты понял, что она спать пошла? Она написала? Да. Ну, мне написала, на замену спать пошла. Охуенно, блядь. Ладно. Я могу в это в хила спекнуться. Мы вот ходили как-то вообще. Ну, тело какое-то надо взять, я хуй знает, чтобы проще было. Я Роме написал, он может на этом поле зайти. С бигдемом пойдет на это в воскресенье. Нам шаман нужен. Ну, блять. А, в натуре шаман. Ну, а кто будет хилить тогда не в воскресенье? ЦР Дру это такое себе. Я ебал такое хилить. Да, нормально все будет. Я сейчас сам спать пойду нахуй. Чуть просто пойму было. Какой спать? В нашей РТ через 27 минут. Че, в 9 пойдем? А, ну фару в воскресенье хилит. Дома. Ты только скажи примерно во сколько. Я не знаю. Сам. Что будет в воскресенье? Мама факт. Че вам ДД нужен? Ну если синтек похилит с этим, то наверное можно. Да не. Че, вы выхилите? Да, заходи, заходи. Спаситель наш. Там потно будет так-то. Я в танках. Да у нас такая пачка. Не, если его там сильно понерфили, как говорят, что там в два раза меньше. Давай попробуем в 9 добить, не будем куда вешать, я вышел. А ты хули дрейн попробуем больше? Че-че? Воскресенье будешь? Ну, я суббота, воскресенье, выходной могу помочь. Тогда лучше воскресенье пойдем. Вот как раз треню сейчас попробую.
Так, саппорт. Да. О, саппорт останется еще на ТТГшку у меня. Я тебе куплю. У меня нету больше. Трыни взял распылитель. На роге есть. Тут нет. Трыни с ИВК 25 гер распылил. Я тоже бич. Хотя половина это рейда не спрута. Могу дать две зельки кому-то на оцепенение. Ну, по одной. Еще кому-то нужна? Хилы ненавидят, Бен Стиллер. Интересно, сколько раса выйдет, если чисто за голду? Да хуя. Проще рядом и пошли по рыбакам. Все, короче, это, все готовы. А в красной метке Синтек в ромбике стоит злобный друид, диспелишь людей. Синтек тоже, когда нехер делать, диспелишь людей. Макс стоишь в луне, тоже диспелишь людей. В зеленой метке стоит Геншин, на ДЦ в кругляшке стоит Шалф. Нет, в кругляшке стоит Давакин. Шалфир стоишь в синей метке, в звездочке стоишь. А все, больше нет, в звездочке никто не стоит, короче. В черепе танки меняются. Станк, который не танчит босс, стоит в черепе. Рарник по стенке отбегает, чтобы тебя не это не задело. Все, о чем дарю. Злобный друид где стоит? В ромбике. Даже пустота, блядь, в цене подскочила. Ну да, чтобы полироль апать. Пустота нужна и 5 ледяных шаров. В смысле, зачем ее апать? Ну типа я вчера сделал филетовый камень, ничего не нужно было. Надо было 5, ну, я делал 5 ледяных шаров, чтобы и одну пустоту надо. А, да. Это для сердоля? Да. Это для любого камня. Нет, у меня без этого было. Филетовый камень делал. За. Танка хель. Там это, как его называют? На скольки мы меняемся? На 6 стаках? Или на скольки? Я забыл. Ну, сколько у тебя? 7-8 стаков. Вот сейчас касс пройдет, я тебя заберу. А потом, как только у тебя стаки спадают, ты у меня забираешь. Только чтобы мы вместе не оказались под кастом, под боссом и не сдохли втроем. Там сейчас касс пройдет, я заберу. Я забрал. Черепочек там встанешь. Ну, либо звездочку можно тоже, там никто не стоит. И меня сейчас сильно хильсин, так. Меня будет я больнее хилю. Пробивать. Давакина тоже прохиливаем. Там просто вторая фаза началась, сейчас еще будет вешаться пожирающее пламя. Незыбку надо будет под это? Сейчас пламя с кольцом. Я нажму. Ага. Шалфир, давай кин. А, у тебя были, да, стаки? Я думал, у тебя стак. Да. Все, иду забирать. Давай. Сейчас сбежаться можно, вот на этой хуйне. Огонь. Шалфир, жарник. Сейчас можно маленько сместиться, условно говоря, там Синтек можешь перестать в звездочку, а нет, в этот кругляшок, а давайте на звездочку, будет у вас заебись все. Да. Что вам голем не пиздит. Только жарник там близко не подбегай к давайте, чтобы там сейчас в звездочке стоит. Сейчас мне зыбку надо будет дать. Давай, не зыб.
Прожмите еще там свои какие-то. Четыре секунд. Успеем. У меня должна откатиться. Так, я это. Я забираю. Синтек, злобный друг. А что с вами случилось? Блин, два друида, вы че нахуй, блядь, бичи нахуй? Бичи, пиздец. ГЦ хули. Падаем, блядь. Просто два тела таких, ебать. Застыли опять, сдохли. Че, дубовая кожа когда была? На синтек нажал, под дубовый сдох. Но он ее, правда, нажал, когда у него было 53% хп. И она его не спасла. Они еще, по-моему, здесь спейлили себя, это проклятие истощения. Ну, зубы надо добавлять, каплю. По синтеку точно надо будет каплю давать, если на нем будет. А массейф не откатился, да? Или тогда что, тогда не вместе было? Да, это не вместе было, это еще... Это они просто сдохли. Я, короче, ключ одел. Что-то ДБС параши какой-то. Что с ДПСом у вас? Он сниженный. Но он почему-то, блядь, какой-то неполный показывает. Ну, потому что пока проклятие диспеливают, время проходит. В первую очередь ДПСеров диспельте. Кто диспелит там? Наоборот, блядь, в первую очередь танков и хилов. Нахуя танков и хилов? Хилы не хилят, если их потому не диспелишь. Потому что хилы не хилят, блядь. Ладно. Сейчас релогнусь. Я тут. Это кто? Релогаюсь. Это я. Уже одного доберем? А, на суммонить. 22, 5, 37. Зельки же у всех, да, есть отцепление. Да. Чтобы потом не было неожиданности. Ну, наносящих урон способностей на 80%. Урон и исцеление. Там этого не написано, по-моему. Типа танков я не знаю почему, ну. А вот. Да. А, сука ебаная. Понятно. Стиль там давай, блядь. У меня, короче, ноут отрубился, пацаны. Пиздец, блядь.
Че, мужики, три печеньки в каре? А вы погибели, били? Да. Вроде и тем пошли. Хейтеры, блять, у нас просто... Люди просто могут взять вот так вот из рейда ливнуть, сказать мне, тут осталось-то, блять. Из-за чего? Она написала мне, она вообще не отрейдила. А это полная хуйня, рейд подставлять вот так. Она написала, типа, я заебалась хилить, я пойду спать. Синтек, ты хилишь, или ты все? Да я соло хилю, блять, утрарник мне помогает. Соло хилит, я же говорю, у меня... Ну ты вылетел или что, мы падаем или что, ты скажи, да, блядь. Да. Ну и все, да надо. К двери подойдите. К двери. Ну ноут вырубился, это не значит, что ты с игры вылетел. Ты говори, блядь, я с игры вылетел, падайте. Ну ладно. Я могу зайти на ласт, честно, помочь. Да сейчас, вон, 13 минут до РТ, какой нахуй ласт, нахуй. Все, хватит, блядь, уже потом добьем. После РТ, наверное. Да заходи, чё, хотя там надо бежать. Ты... Не, это бежать. Сладости разруль. Распылить нахуй, блядь, с такими да. отношениями. Это все Синтек спиздил печеньку нахуй, надо было подушке отдать эту хуйню и все нахуй. Я не знаю, вы, блядь, с этими, блядь, вот этими вот шестьятами, там у тебя нахуй травма, хуяма, часы, всякая залупа, блядь, нахуй вам это вот говно нужно, которое... Ну, реально, но ни о чем, блядь. Она реально бесполезная. То есть, блядь, если чел просаживается до 50%, то хилы уже проебываются. То есть она не будет иметь практически никакого этого. Короче, она редко где нужна, нахуй. Да, она редко где будет не то, что нужна, она редко где будет вообще полезна. Даже на сложных боссах, даже на той же лане, если чел просаживается. Ну, почти никто не просаживается до 50%. Первым двум по роллу, короче, не дам. Блядь, киньте за меня. В смысле, давайте два ролла. Не, первым дом паролов. Нахуя два ролла, вот все паролили. Офигенно. И все? И что, и все? Больше никому не нужно? Да, что мне нужно, за меня он киньте ролл. Ну зайдешь, рольнешь, что еще пока никуда не идем. Давай два ролла. Ну ты по-любому рольнешь меньше всех, Росинтек. А давай, я все штаны апну, блядь. Ты же не видишь, что тут паролили. Злобный друль вылетел из игры вообще. Злобный друль не ролил тоже. Придется перераливать, что делать. Меня из игры выкинуло, прям этот. А че у вас, блядь, у друидов, нахуй, ты по братская хуйня какая-то? Сдохли вдвоем, блядь, выкинуло. Если его знает, у меня крашнуло просто игру. Ну, походу, да, мы братья, блядь. Если он еще и в соседней комнате живет, ну все, пиздец. Че, реролить будем? Я просто прям услышал этот крик. Ну, мы ждем помню, сейчас, пока два человека еще зайдут. Ну так же нечестно получается. Да Синтеку нахуя она нужна? На второй спек, что ли? Синтеку на все спеки сразу. Сам, потом да. еще и на медведя будет собирать. Может, меня может сначала мейны ну, отдадим пацанам? Или что? Не, ну я на мейну рулю. Ну ты же сказал, что типа это в ГМХМ ты мне уже токенов не дашь, как бы, потому что у меня на мейне уже собраны. Но, а ты на кого собираешь? А людям на мейны, понимаешь, нужны токены? Чтоб, блядь, в CLK 25 хм больше толку было. А ты если два спека соберешь, то в CLK хм все равно одним пойдешь. Собой. Скорее всего, эрдро. Потому что у нас... Дроид, ты зашел, кидай ролл. У нас два шамана. Сейчас я перезахожу, у меня это зашло, но не прогрузилось. Тошься, что ли, на танка пароль? Печеньки. Да? Рарник, тебе нужны печеньки? Нет, зачем мне? Давай ролик. Вон за меня кинь ролл. Рарник, вон за меня ролл кинь, короче. Все равно пока захожу 100 лет. Кинь на туре за него, раз он просит, блядь. Кули мы будем ждать, блядь. Так я сейчас проебу хороший ролл, все, чё. Он рарник выиграл, нахуй. Ты серьезно? Злобный 64. Ну вот, войду и злобному. Какому злобному? Там 99. Так ты ролил до этого, блядь. Сука, не смог доебать. Чё вы меня наебываете? Блядь, у меня одна печенька, нахуй, я заебался. Ну...
У тебя, кстати, приора дохуя. Тебе сейчас ГМХМ пойдем выбьешь. Заберешь одну. Да, но я там максимум одну, наверное, смогу по приору забрать. А, две там никто не забирал никогда. Да, просто, блядь, вот в чем проблема. А там как добрый вечер все? По одной печеньке падает? В гейме там условно. Ну там три всего. Ну то есть с каждого босса просто по одной печеньке и все, да? Ну да, три босса.